Всем привет, с вами Лакон. Сегодня хочу продемонстрировать чит-резольвер на проекте MC Skill One Block. Чит работает на всех проектах, на всех версиях, а точнее более 95% проектов и версии от 1.5.2 до 1.16.5. О, итак, это у меня еще на остров. Вот тут у меня небольшая копилка вещей, так скажем. Что использовать для игры в основном на этом проекте? Я включаю, конечно же, HUD, Lay Detector, Target HUD, Screen Protection, Vanish, и Full Breeze, и Always Day. Итак, дальше включаю таймер, например, на 8, я думаю, хватит. Включаю автомайнер, включаю Fast Break, чтобы он был в блоке мгновенно. И все, и снулись в ВК, вот. Запись не ускорена, ничего. Это все делает таймер. То есть ты включаешь любое число, которое ты хочешь. И просто хуяришь блоки. Вот. 50 это слишком много, как по мне, поэтому лучше ограничиться 20-кой, 10-кой. Вот, у нас добывается ресурсов 80 в сумасшедшем количестве. Благодаря читу и благодаря тому, что у меня тут уровень 16, но ресурсов очень много. Конечно, да, они тут ничего не значат, я понимаю, но все же. Вы можете отойти куда-то, например, заварить чай, включить эту штуку. И все, и так играть спокойно. Вы можете делать все, что вы захотите. Вот, например. Намайнил, скинул себе вам я сетку. Для опытных игроков, наверное, этот гайд не актуален. Нет. Ну, что вы можете делать? Купить, например, наносаблю на каком-то варпе. Просто бегать, убивать мобов на варпе сафари. Сейчас я тогда попробую куплю на каком-то варпе. Наносаблю себе. Надеюсь, у меня хватит денег. Очень сильно лагает. Так. Ультиматки и прочую дичь, скупают коины, можно сделать упор на этих коинах, просто выбивать их, продавать и покупать себе инструменты какие-нибудь. Сейчас автомайн выключу, ну, фазбрик, пожалуй, тоже. Да, конечно, тут все очень дорогое. Где тут IC2 раздел? Я не вижу. Мне кажется, тут не будет наносабля почему-то. Ну вот, как я и говорил. Строительный ранец. Ну вот, варп-лист. Переходим к следующему варпу. Сейчас я включу фол. Так будет побыстрее немножко. Опа, нанка уже есть. Наносаблю 200, неплохо. Закупили. Ой, блин, тоже закончился. Обидно. Ну ладно. Так, все отлично. Советую закупить вам сразу несколько наносаблей, если у вас нет ранца. Ранцы, потому что продают очень, наверное, как-то неохотно. Варп сафари. Дальше мы просто лауру включаем, мобов. Включаете чек ваниш, другие функции и фармите. Также можете включить криты. Но пока не говорю желание включать. Может быть, так, включаем накаст, а вот накаст не писит, просто нужно делать, чтобы игнорировал траву, а не считал.
Немного ускоримся. Вот так не било, выключите No Fall и выключите Fly. Потому что это модули только будут вам мешать, когда вы будете кого-то убивать. Далька что-то забагалось. Может, я этим ESP еще включить? Ой, ну сейчас умру, не страшно. Итак, я все показал, все, что хотел. Всем пока, покупайте чит. Пишите мне в Telegram, только с наберем покупки, иначе вы будете в черный список.